Всем привет, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это прослушка. Новый EP, выход силы. Чувак весьма продуктивный, никак не ждал в этом, в этом году я думал, где-то вот осенью, может, был бы альбом, но это снова EP, давайте слушать, прослушиваний не так много. Так, занят делом я уже слушал, особо не вкатил мне этот сингл. Я надеюсь, остальные 4 трека удивят. Таков путь, это тема из Мандалорца. Там мандалорцы так говорили. Таков путь. По-моему, так. Почему бы просто не запилить одно предложение и сделать это треком? Ну это как скит какой-то прозвучал, тоже мимо. У Масла, конечно, тоже есть подобная тема. Давай так до конца. Прежде чем его достать, хоботов целый каскад. Это, конечно, не звезд. Пристегнись, сеньор. Не раздувай свои ноты, кореш. Здесь можно коннектить. Ходи гулять в интернете. Уральские перемены. Юмором в этой манере. Нужен кэш, ничего. Сейчас уже не сможет. Прикольная тема. Бит кочевый. Забавный припев. А, только не говори, что это до конца так. Так. Начало было, конечно, неплохое. Я был рад куплет услышать. Бит неплох. Странноват, конечно, но качает. Рядом. Максимально странно. Никогда не чекали в полную силу, чтобы люди не шарахались меня на улице. Но если стримы как это и был, если это на после дать, то суть все пас. Слышишь, это же логично. Ты не понимаешь, ты тепличный, будь стал обычным. Ты впервые в этой бричке, и честно пассажирской комедии себя тишь. Подмышь, друзей за себя никто не ищет. Сэмпл прикольный. Но это пока больше всего мне понравился трек. Но я вот слушаю, и мне вспоминается предыдущая пластинка, типа он как будто бы немного себя копирует. Что-то я расстроился.
расстроился. Ожидания, может, были у меня слишком высокие. Я думал, что-то очень крутое. Я думал, меня как-то чем-то удивит, но особо я тут ничего нового не услышал. Ну да, звучал прикольный. Что-то даже как-то расстроился, блин. Единственный трек, который более-менее понравился, это «Рядом-рядом». Хотя нет, «Таков путь». Вот это топчик, конечно. Как будто, я не знаю, ну предыдущая работа, она куда сильнее, чем вот это. Это как будто бы, знаете, ну вот что-то было, типа, а, давай, соберемчик, вот, пока. Кушайте это, а мы готовим что-то мощное. Было бы так круто, конечно, если бы это так было, было бы круто. Не знаю, что даже сказать, как-то для меня вообще проходная работа особо не впечатлила. Вот. Пишите, как вам, в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.